молоко Дикешки Урмич и на сиропе агавы, а этот на сиропе терама. Карамельный, соленая карамель и миндаль. Мы любим карамель. Можете попробовать. Какие мы стильные сегодня. Оно очень вкусное. Там вот это... Какая-то штука. Мукбанг. Просто вкусные. Подождите, не, так что? На 3-4 разводим. 3-4. Оля вообще не туда. И Ваня тоже. На 3-4 надо разводить. Что вы тормозите? Нет, а мне это не надо. Я тесто. Получилось все. Номер 2. 3-4. Это на самом деле более мелкий. Другое дело. Отлично. Отлично, что было вообще супер. Мы все обалдели, наслаждались. О, прикольно. Во Франции на Софийской площади. Oh,
древних памятники он на самом деле очень много разных событий встретил. Конечно. И все национальные вызванные змагания все встретил. И бум застройки Киева в начале 20 века. Это очень старинный памятник. Офигенский. Очень круто, да. Что очень символическое место здесь. Каят Риженси. Вот вся площадь, она сохранила свой облик. Практически вот как она была. Ну понятно, что вот реставрировали, но тем не менее. Здесь после старинной фотографии они такие же, как сейчас мы наблюдаем. Памятник старинный очень. Уже пойдем деревянная. Надо будет там погулять сюда. Да. Слушай, я здесь ответная прикольная. Я там хотел это мало. Это живая. Они прямо их там стоят, люди снимают. Ваня, у тебя получается. Если кто не понял, была фотосессия Адаха Браха. Вот кто в теме, те узнают их по просмотру видео через паузу.